Покажите, пожалуйста, как оценить люльку и подсоединить сидячку. Смотрите, они все оснащены на боках вот такими фиксаторами. Фиксатор угу. поднимается вверх с левой стороны, и ну фиксатор что? Поднимается с правой аналогично, стороны, да. угу. и она просто снимается. Угу. Транспортируется, как я и говорил, вот здесь у нее находится потайная ручка. Угу. Я понял. Соответственно, у сидящего модуля они тоже оснащены на боках такими же фиксаторами. А, я Он понял. Ставится, все, хотите, я понял. От себя, хотите, можно, можно и так, и так, да. Конечно. И, соответственно, и люльку, и сидячий модуль вы можете поставить и к себе, и от себя. И также с сидячим модулем поднимаем один фиксатор, да, второй. Ну, все максимально просто. Ну, то есть, да. Угу. Окей. Так, так. Так, ну, все, наверное, разберемся. Ладно. Да. Значит, по поводу 3 килограмма сумка. Обеспечение рамы. Сумка выдерживает максимум 3 килограмма, угу. выдерживает и больше, но если ее перегружать, соответственно, она начнет провисать и угу. превратится в висящий кусок кожи. Угу. Касаемо колес, вы нажимаете на красную кнопку, любую, вот она одна, вот она вторая. Угу. Вы нажали на красную кнопку и достали колесо вместе с осью. Так. Угу. Нажав на черную кнопку по центру, вы снимаете и ось. Угу. Пожалуйста, не забудьте, что идет тупая сторона, да, я понял. В колесо. Угу. Примерно раз в сезон вы снимаете это колесо, протираете его от песка, земли и промазываете вот эту ось литолом или солидолом. Угу. Вставляете и защелкиваете. Эту часть вы также обслуживаете и вставляете напрямую в раму. То есть, короче, вот это все надо смазать? Литольчиком, солидольчиком. Угу. Самый минимальный, какой найдете габарит, приобретаете. Угу. Нажимаем на кнопку сверху. Вы снимаете переднее колесо. Угу. Здесь также нужно обслуживание. Солидольчик, литольчик. Вытираем угу. и смазываем. Обратно загоняется просто щелчком. Угу. Последнее предупреждение касаемо рамы. Это тормозная система. В боковые части открытой тормозной системы бывает забивается песок, земля, может даже камушек. Угу. Если у вас не нажимается тормоз, а он нажимается очень мягко, угу. это не призыв на него наступить сильнее, угу. это призыв посмотреть, что туда попало. Да, понятно. Это все самые важные моменты. Ага. Все. А по поводу какой кожи? Мицеллярная вода для снятия макияжа. Ага. Да. Моет все. Даже салон автомобиля. Я вас понял. Хорошо. Мицеллярная вода. Угу. Давайте, можете как-то скомпоновать это все? Без проблем. Сейчас да. мы вам что соберем.